Так, хорошо, зимой во Флориде. Ребята сказали, будет плавать на каяке. И кого ловить? Басика. Итак, это наш мальчик. Мы давно им не пользовались, но мы сплаваем. Вот там каналчик. Там ждут наши маленькие крокодильчики. Что думаете? Мы возьмем мачет, возьмем хорошее весло и будем, если что, от них отбиваться, да? Нет. Ты готов крокодильчиков встречать? Да. Марик? Да. Все удочки там уже? Поплыли. Бурлаки на Волге, давай. Морячочек. Морячочек. Давайте. Любите кататься, любите и санки. Санки таскать, да? Вот такая природа и погода у нас во Флориде. Это вечер у нас. 4 часа вечера, да? Самый главный. Мишка будет у нас самый главный сегодня? Я буду здесь. Ты будешь сидеть впереди, да? Да? Самый главный показывать. Да, у меня здесь тоже. Если видите крокодильчика, что я... нужно делать? Бить его. Но это друзья кого? Мои. Твои друзья? Да. Вот наша рыболовка мы поставили. Но мы пока ничего не поймали, да? Да. Мы в другом месте его закинем. Вот наше солнышко. Вот наш каналчик. И мы попробуем поплавать. И смотрите, ребята, какая красота. Всего лишь 2 минуты от дома. И мы можем наслаждаться тишиной. Это Флорида. Пацаны у меня гребут. Речочек ловит басика. Уже сказал, что две поклевочки у него было. И мы плывем. Ребятки, тишина. Это зима. Всем хорошего настроения. Вот живут люди. Смотри, лодочка сразу. И красота во Флориде. Солнышко в зимний. Это заходит, да? Светит. Смотрите, какая красота. Хорошо. Здесь крокодильчики небольшие. Когда небольшие вырастают, они переходят в другое место, где им побольше места есть. А здесь они маленькие только. Здесь недалеко тут живут. Но пока инцидентов у нас не было, да? Мишка, если что, ты его веслом будешь бить. Да. Все, видите, у нас есть охрана. И все, пацаны ловят. Но пока у нас ничего. Но зато мы можем насладиться днями своими. Шум весел. Птички поют у нас. Крокодильчиком или что? Ты палочку бросай. А? Итак, смотрите, как у людей живут. Очистили 2 участка себе. И сразу могут на каналчике рыбачить. Там ребятишки на дамбе кидают сетку. Там мы тоже ловим. И там крокодильчики наши живут. А мы на каяке можем поплавать. Там подожди, все, ты, а ты? Смотрите, какая красота у нас. Тишина. Сейчас скоро будет закатик у нас. Да. И мы плывем. Мальчишки растут, теперь они уже говорят, мы только сами будем гребсти. Мишка, да. Ты гребешь? Это красавчик у меня растет. Эрик у меня самый главный рыбак. Там мери сколько было. Мы смотрели, мерили, но это было сколько. Так, сидите аккуратненько, чтобы мы не перевернулись. Это вот весло, вот такая была глубина большая. Вот такая мы смотрели. Здесь была глубина. Вот на от кончика до сюда была глубина у нас здесь. Да? А Мишка один раз уже с папой что? Переворачивался, кто плавал в водичке уже здесь? Водичка прохладная, но ничего страшного. Теперь мы научились, и мы теперь аккуратненько. Быстро не ездим. Кому-то уже крокодильчик, наверное, за попку укусил. Кто-то кричит. Сейчас мальчишка будет бросать сеточку, да? Было время, мы здесь тоже талапию и даже баса споймали такой сеткой.
и побольше, но все равно. Ну давай, парнишка, бросай, покажи, как ты бросаешь. Вот так время проводит молодежь во Флориде. У кого-то карантин, а кто-то себе может позволить на каналечке плавать, рыбачить. Да, Мишка? А ну покажи, что там у тебя в руках. А со второй ручки? Во второй ручке, а ну показывай. А для чего ты этот ножик взял, мачете? Положи его аккуратненько. Это ты что, на крокодильчика? Эй, ты, красавчик мой. Вот это пацаны растут. Держитесь, крокодилы. Смотрите, какая красота при закате. Пацаны, кто гребет, кто рыбачит, а кто крокодила ищет. Морячочек у нас сегодня главный. Смотрит, у него свисток есть. А ну-ка покажи, где у тебя свисток. Вот. Покажи, что ты с ним делаешь. Итак, новое поколение растет. Эрик у нас профессионал. Сразу ловит с двумя уточками, да? На блесенку себе. Пока мы гребем с Мариком, он ловит. А вот это рыбак. Кто там ходит? Она птица. Птицы там где-то ходят. По этим кущам. Красота. Смотри, как туманчик какой-то, да? Ребята, это благодать на благодать. Прокатиться зимой. Да еще себе ребята гребут. Вон там даже у нас кувшинки растут. Морячок гребет. Ну что, поймать мы ничего не поймали, кроме веточек. Но зато мы насладились тишиной и видом. Ну что, малявки? Все, покатались? Да. И теперь мы уходим. Тащим лодочку. Здесь недалеко. Каноэ. Итак, ребятки, учи, любите кататься. Любите и саночки толкать или таскать. Красота. Итак, ребята, тут на квадроциклах катаются еще. Так, Мишка, ну не халтурь, давай толкай. Итак, ребята. Итак, мы до каноэ. А здесь ребята, девчонки, катаются